Вернуть административную ответственность за употребление наркотиков дома могут в Казахстане. Соответствующий законопроект обсудили сегодня в Мажилисе. Депутаты напомнили, что с 2014 года запрет на употребление наркотиков распространяется только на общественные места. По данным мажилисменов, в этом году выявлено почти 370 тысяч фактов немедицинского употребления запрещенных веществ. Однако зарегистрировано лишь 89 уголовных правонарушений, и только 30 дел дошло до суда. По мнению депутата Снежаны Имашевой, граждане, употребляющие наркотики, легко уходят от ответственности, так как делали это не в общественных местах. Здесь мнения депутатов разделились. Часть предлагает внедрить административную ответственность, другая часть оставить все как есть. Комитет по законодательству полагает, что наряду с уже имеющейся уголовной ответственностью необходимо внедрить и административную. В итоге немедицинское употребление наркосредств в общественных местах будет караться уголовным законом, а во всех остальных случаях – в дома, в машине, в увеселительном заведении – административным. Вкупе они обеспечат безусловный и полный запрет употребления наркотиков в немедицинских целях. А вот молодые наркосбытчики могут избежать наказания. Об этом на заседании Мажилиса сообщил министр внутренних дел. Ержан Саденов отметил, от общественности освободят тех, кто впервые совершил преступление, от ответственности освободят тех, кто впервые совершил преступление и активно сотрудничает со следствием. На сегодня, согласно данным профильного ведомства, осудили 6 несовершеннолетних закладчиков. По 26 делам идет следствие. При этом организаторов нарколаборатории, наоборот, предлагают наказывать пожизненным сроком. Сейчас в Казахстане за изготовление наркотиков предусмотрено от 10 до 15 лет лишения свободы. Кроме того, в стране могут усилить ответственность за незаконный оборот прекурсоров. Пока наказание предусмотрено только за их контрабанду.